Монтаж памятника советскому солдату в Ржеве начнется 10 октября. Напомним, что главной фигурой Ржевского мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. Здесь будут увековечены имена тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы, производится отсыпка кургана, бетонирование опорных стен, которые пойдут под облицовку кортеневской сталью. На стальных панно будут вырезаны имена погибших воинов. Монтируются инженерные дренажные сети, трубопроводы, закладные гильзы. Строители проводят бетонирование автостоянки, а также обходной дороги под гранитное мощение. К благоустройству на мемориале планируют приступить буквально через неделю. Тогда и состоится посев газонной травы и озеленение территории. Саженцы, березы и клены будут доставлены на объект из питомника Тверской области. Мемориал, который сегодня создается на территории Ржевского района, города Ржева, это не просто памятник советскому солдату, это наша дань памяти старшим поколениям за то, что они сделали для нас. Вся инфраструктура, вся планировка, все, что там будет сделано и связано с мемориалом, должно, конечно, отвечать высоким международным стандартам.